Я говорю, пошли посмотрите. И она, когда я зашла, она говорит, о, все, я даже больше смотреть ничего не буду, берем ее. Вот. Ой, как бы сейчас сделать это так, чтобы нам рассмотрели все-таки, а? Слушай, а если сумму рассмотрят, то одобрить-то в любом случае, да, одобрят? Еще, да? Сбер-то почему так? Ну, поменяли бы какие-то условия, бы сказали бы что-то, да? Почему это будет не причина? А они только что кредит закрыли. У них был кредит на 120 тысяч, и они буквально неделю назад его просили. Она... Ну вот... Сейчас поехали они туда у меня. Слушай, Колен, им получается документы-то надо там только отсканировать, а все остальное пакет документов забрать, да, оригиналы, чтобы они в другие банки тоже могли. Да. Вообще не говори. Подожди-ка, она звонит Кашурникова. Ага, блядь, ага. Алло, Даша, ау, ага. Я поняла, о чем, да, но они согласны, если ребенка туда перевести. Ага, вот то есть с ними это не можете обсудить, да?
они сейчас могут вполне подать заявку. Понятно. Я думаю, все, что мы с вами сейчас проговорили, нас, в принципе, все устраивает. Я думаю, мы решим эту проблему, мы пойдем, да, это плюс. Вы какую сумму первоначального взноса с них запрашиваете? Потому что у них, по-моему, там нет налички. Ну, небольшая. Так, 2250 у нас стоит квартира. Мат-капитал. Вот кошмар, прояснился. У нас получится как-то сделать так, чтобы ребята не вносили эту сумму за личную. То есть, вот смотрите, это у нас отсрочка будет, да. Все поняла, все хорошо. Хорошо, я думаю, что все.